на музыкальном конкурсе нам хотелось показать, как мы именно готовились к музыкальному конкурсу. Смотрим «Вечер», «Общага», «Сын Акима» и мы. Я говорю, можно! Нельзя! Можно, говорю! Стоп, можно. Пацаны, стоп! Это же музыкальный конкурс, да? Тут нужно спеть что-то такое музыкальное, есть варианты там. Наверное, надо что-то на английском спеть. Не, на английском не вариант, скучно. Надо на английском спеть. Во, на английском. Сын Акима вот дело говорит. На английском. Ты английский, давай, спой. О нашем Мензина Све. Стоп. Я же на английском говорю. Братан, ты что, не знаешь? Сейчас все надо на казахский переводить. Эй, ё-моё, да, забыл. Тут тоже косяк, да? Что можно? Еще варианты, идеи. Надо молодежные, скриптонит. Какое молодежное? Жюри не поймет. Они не знают, кто такой скриптонит. Эй, надо молодежный, скриптонит опять. Во, скриптонит, голова. Скриптонита знаем, да? Да. Давай, споем. Мы готовили эту музыкалку за одну ночь. Я просто совру, сказав, что здесь был выбор. Алексей, вам не нужна такая музыкалка. Стоп. Эй, ты что прогоняешь? Встань на место. Эй, из-за вас я нервничаю, пацаны. Нужно что-то масштабное. Нужен концерт. Концерт? Да. Концерт, это же мое второе имя. Папа каждый день концерты устраивал. Эй, не такой концерт. Нужно, знаете, это танцы, там, песни, знаете, там, есть же там фанфара, видно. Может, что-то смешное? Смешное? Нет, смешное какое? Может, это что-то смешное споем? Нужно что-то смешное. Вот ты же смешной у нас, да? Да. Давай, спой. Песня казаха. Боже, какая конина, я хочу съесть твоего сына. И я хочу съесть твою дочку, почку и дочка. Базар нет, смешно. Это не смешно. Не смешно это. Что-то другое есть и смешное? Да, есть. Ну, спой тогда. Остановка. Построили там, где ничего не было. Остановка по кайфу. Мы с тобою танцуем, и это специально построили для нас. Остановка по кайфу. Базар, смешно. Не смешно это. Не смешно это. Еще что есть? Что, это есть? Да, песня Нуртаса Адамбаева. Нуртаса Адамбаева? Да. Давай спой. В этом фильме я главный герой. Я сценарист, нём я режиссер. Боямбаев, бойся меня. Стой. Эй, что вы прогоняете? Почему все всегда я делаю, а? Нужно спеть, знаете, про что? Про что-то родное. Про Темиртау? Надо спеть про меня и про моего отца. Про Темиртау. Про моего отца, я говорю. Эй, все, мы споем про Темиртау. Ха. Играл я в разных... Играл я в разных лигах. Играл в Актау и в Алмате. Играл я в Севске и Павлодар. Но лигу как ты не встречал. Но только ты, лига моей мечты. Но только ты, ведущий моей мечты. Но только ты, жюри моей мечты. Только ты, лига моей мечты, Все, подмазались, хватит. Вот, в конце хотелось бы сказать. Мы на этой музыкальке потеряли спонсора. Мы хотим найти спонсора, чтобы играть вот без него. Спасибо, с вами была команда КВН «Балхаш».